Слушайте, голодец – это представитель власти. Министр ли она, или сотрудник администрации президента, всем им, независимо от возраста и пола, я говорю, вы для меня не личности, вы для меня функционеры. Ваша власть находится там, наверху, 13 лет. 13 лет. С осени 99 года, когда Путин стал премьером и ИО президента. А с 2000-го, с марта, он стал президентом. Вот 13 лет вы у власти, и сейчас вы нам говорите, вот это не то, вот это не так. Вы это себе говорите. Зачем вы нам-то рассказываете? Мы сами видим, что все не так. Мы сами видим, что они натворили. Я написал заметку про школьные учебники. Рейтинг у этой заметки был невероятный, потому что у всех дети есть. То ли они будут учиться, то ли они уже учатся. Русский язык уничтожается. Ладно уж там уничтожили... Слушайте, а про Сколково вы говорили кому-нибудь что-нибудь? Степашин, счетная палата, сказал, что они сделали ревизию в Сколково, и результаты у них получились какие-то такие безобразные, что они их засекретили. То есть в Сколково, в любимом проекте Медведева, знаете про Медведева? У нас есть такой премьер-министр, недавно был президентом. Вот в любимом этом медведевском Сколкове своровали столько, что даже Степашин боится сказать. Ну, неудобно. Ну, потому что это же дискредитирует. Это кто украл? Некоммерческие организации? Или я? Или Навальный? Или вы?